Привет! Сегодня я расскажу, покажу точнее видео о моих сумках. Сумок, скажу, у меня очень много. У меня хранятся вот в такой, не знаю, как назвать, пуфики. Я его открываю и вижу. Первый вот такой вот клатч. Очень удобный клатч. Покупал его. Контрол обувь за 200 с чем-то рублей. Потом я вижу еще один клатч. Он, конечно, старый. Вот такой. Вот. Я не помню, где покупала. Вот. Потом вот такая моя сумка. Я скажу мне школу. Вот такая вот. Она очень большая, очень удобная. Потом не такая сумка, я просто с ней хожу в школу. Не бываю. Потом еще вот такая сумка. Я тоже хожу с ней в школу. Сегодня, кстати, 28 лето. Сейчас я вам покажу еще одну сумку, с которой я хожу в школу. Я снова здесь. Вот. И еще вот такая сумка. Я с ней хожу в школу. Вы знаете, я раньше любила ранеток, просто обожала. И да, даже еще остались. Не теряю, не выпустила ничего. Вот. И вот такая сумка, с которой я хожу, бываю гулять. Вот. Вот такая. Вот. Я вам все рассказала про мои сумки. Кстати, пальчики вверх. Подписывайтесь. Обсуждайте. И я вас прошу, делайте запросики. Пока. С вами была Вика.